Было ли хуже? Вряд ли. Страх проникает в душу. Он не щадит, не греет, смотрит всегда в упор. То, что ты раньше строил, кто-то другой разрушил. Хочет украсть и веру, этот коварный вор. Сдаться ему без боя было простой задачей. Только вот как потом нам выжить в плену тоски? Видится мир иначе, видится жизнь иначе. Вроде бы ты свободен, только зажат в тиски. Время пустых иллюзий, время больших вопросов, время героев, время тихих ночных молитв. Я не ищу злодеев, каждому здесь непросто выжить в потоке личных и коллективных битв. Нет здесь каких-то правил, мир будто стал бумажным, будто бы все, что видим, это игра теней. Я лишь хочу напомнить, как же чертовски важно в этом безумном мире людям любить людей.